Так, друзья мои, Арма, мы американцы, против нас русские. Наша задача захватить Могилевку. Кто скинул? Хаймер первый, да, скинул? Во второй Хаймер скинул. Так, нам на разворот. Зато первый бы. Угу. Не заводится нихуя. Нормально, 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 не ссыте. У меня все под контролем. Живы будем, не помрем. Если хотим совсем хитро, ты можешь нас высадить и уехать, типа, шуметь в другое место. Да, я тебя понял. Ну слушайте, что-то никого. Блять, никого, значит никого. Так, продвигаюсь тогда на высоту, Хаммер. Давай, давай. Начинаю работать сразу по Могилевке. Зайти могут. Внимательно смотреть. Ну все, спускаемся, двигаемся дальше по маршруту, правильно? Да, так Да, да, жив. Тут у кого-то уже на спуске положили.
Блять, столько домов смотрит окнами сюда, пиздец. Тихо, а этот ГПшные дымы есть у кого-то, нет? Ставьте. ГП есть, дымов нет. Прекрасно. А в Хаммере посмотреть. Хотя есть парочка. Ставь. Так, у нас север, издалека стрельба. Судя по всему, это враг наш, там быть не должно. Дымы ставят вперед. Дымов больше нет. Шахтер, аккуратнее простреливайте. Отлично. Долбят с нуля, с 10 плюс минус. Да, да. Живой? Гизм, прием, живой? Мужики, надо посмотреть, может, раненый где-то валяется. Как по мне, ГПш от Гизма тут рядом был, сейчас я его попробую найти. Давай, 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 проверить обязательно, живой, мертвый. Дымы, 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 вперед, ставьте, есть дымы, кидайте дымы. Поднимайте те, которые уже лежат. Да, да, да. Снайпер. Да, да, что? Не, ты у сарая, да? Ну, естественно, кто же еще? Метка на меня стоит. Че с Гизма нашел, нет? Ну, по-моему, вижу, сейчас дым кину. Давай. Если помощь нужна, кричи, подойдем, поможем. Давай, хорошо. Я просто визуально не вижу, не понимаю, где он. Ну вот, по-моему, в поле лежит, точно распознать не могу, он или коряга какая-то. Я сейчас сзади уже прижимаю. Одну цель снял. Отлично. Там, в центре домов. Вы можете спокойно пройти, я просто не вижу. А, все, нашел, нашел. Мужики, это раненых смотрите под ногами, пожалуйста. Нашли доходягу, не? Я его испугал, он ушел, больше не контролит вас. Обрати внимание, желтый дом такой. Я на втором этаже, вот сюда ГПш. ГПш, а там на втором этаже враг.
убиваешь, я бы снял его сейчас. Сам его убивай, короче. Бля, шо у нас за снайпер девочка? Так, лут отставить. Леша, Рейвен минус. Еще Дарк кто-то там минус. По своим долбись, алло. Так, Гизму нашел, сколько смог залечил, сейчас станет, не станет. Морфин прокинь. Отлично. По снайперу он опять показался. Русский в кустах в упор убил. Че, какие дома крыть? Все на простреле, в принципе. Там по триггеру бегают, бронишь. Вот зеленый дом, на который синяя метка у меня стоит, там противник. Живой, не? Дымы в мою сторону кто кинул? Я, возможно. А восточнее два дома, не вижу, стоят, там нет никого? Нету никого. Мои дымы раздаю впереди. А Хаммер чей там ездит на отдаленке без багажника? Скорее всего наш. Медицинский, по-моему. У нас нет медицинского Хаммера. Давайте на КВ триггера перейдем все. КВ триггера. Гизма опять стреляет, короче, меня убежит. Живой? Мужики, прием живые, не? Да, они на триггера приходят, КВ. Сам переходи тоже, Сонт. Да, сейчас, секунду. Живые, нет? Да. Гизма жив? Хаммер, видишь дым? Подъедет, самый крайний дым. А, он там и стоит. А, ты свой? Да, у нас, походу, в тылу вражина, блядь. Потому что в тылу Хаммер уже... Я живу в тылу. Да, слышу тебя. Вот ты идешь на дым, все правильно. Смотри, впереди аккуратно стоит Хаммер, там все дохлые, блядь. Развернись сзади. Я иду туда же, там пацаны вроде без сознанки. Да, русский, на тебя идет! Скосил. Ага. Прикрой меня, я посмотрю пацанов, проверим, может живые. Покатайся здесь по баражиру. А тут это свой был? Где-то вражеского? Нет, вот вкладки, ты проехал его. Вот лежит прям, я на него подхожу. Вот видишь? Поехали с другой стороны штурманем, там есть прикольный заход. Возьми оптику. Я с оптикой. Поедешь? Да, ну секунду, подожди, пацанов, посмотрим, может без сознанки кто где валяется. Откачаем, это лишняя боевая единица, почему нет? Ну походу тут все минус. Снайпер живой, еще крысит сидит. Да, что? Давай, давай, я прыгаю к тебе. Ты не засек его вражеского сникера? Без понятия. Я видел, он метка стоит, северная самая, на противника это и есть вражеский сник. Я на стрелке. Не садись. Как
Короче, я знаю, в лесу на севере Питера есть два врага. Они меня обстреливали, я там два раза приезжал. Один из них ГПшник. Ну давай заедем. А вот КЗ. Можно за ними высадиться и... А ты не хочешь, наоборот, в триггер въехать и высадиться, попробовать это, захватить? Сожгут нас, я думаю, если в триггер выезжать. Они ну... там не початые в триггере. Никто не выходил, кроме вас, на этот триггер. Бля, чё? Ага, работает от этого дома. Да, от этого дома. Из этого, да? Да, где-то оттуда. Так, ну тут нету никого. Сложно, чтобы попадать. Выкини меня здесь, около сарайки вон маленького. Сейчас. Моим бортом так встань, потому что я с другой стороны от тебя буду выпрыгивать. Давай. Выпрыгнул. Трубу можешь выкинуть, не нужна лишняя. Да, я сейчас отстрелю ее. Вражеский. Я поеду задавлю. Давай попробуй. В этом южном домике всех. Красава. Захожу к коровнику. Давай, я буду следить за тобой. Ну, там в триггере наших нет вообще, нужно заезжать, я думаю, проиграем. Сейчас я еще посижу 2 минуты и ухожу в триггер. Че, приехал зачем? А, это твоя позиция? Да, это моя позиция. Повторяю. Мужики, надо отсюда в триггер, надо в триггер. Да, надо в триггер. Это я стреляю, да? Блин, я думал, это противник стреляет. Ну, блять, это же не это. Ну, ты там чекали, да, вот? Я метки все поставил на противника, там еще точно 4 человека живых есть. А твои сандры метки? Да. Блять, настроишь, что ли, остаток? Угу. И еще 4-й слушает, который... По мне. Слышал, да, его? Слышу, но вряд ли. В лесу, вот где я... Я в триггере. А у тебя тачка есть, снипер? Нету, я пешком дойду. Ну давай я тебя довезу. Ну, блять, такое себе на самом деле. Ничего страшного.
уже. Мне кажется, я врубаю. Да, к сараю прям. Мужики, давайте сдвиг. Да, мы едем в триггер. А, да, давайте сдвиг. Сдвиг, сдвиг. Сант. Не, мы не так же далеко. Мы прям поехали. Прям к этому. Да, да, прям. Прям к нему. Не ссы, прям к нему. Давай, все. У тебя синие метки актуальны? Вот это точно. Которая... Минус. На той метке. Так, еще одного взял. Сейчас мы подходим к тебе с твоей позиции, с коронки. Не-не-не, я уже прошел, я сейчас поставлю метку актуальную на себя. GPS нашел, РПГшника уничтожу. Красавчик. Я на актуальной. Прям в этом здании. Мы коровник. А человек. Принял. Старайтесь как можно быстрее в триггер зайти. Еще по перевесу ебанем. Я пока в своем доме сижу, особо не выхожу никуда. Так, вижу второй этаж дома. Сандер, твоя метка актуальна, коричневый дом. Я. Понял тебя, там противник? Да, второй этаж. Будешь еще давать? Не-не, я иду туда зачищать. Со снайперской винтовкой зачищаю домики. Я пулемет поднял. Ай-яй-яй-яй-яй!
Ну почти, почти. Ну да. Победа РФ по потерям.